Молодежь Славянского района приняла участие в межрайонном молодежном форуме лидеров и активистов молодежного самоуправления. «Я лидер, я доброволец, я патриот Кубани». Форум проходит в рамках летней оздоровительной кампании на территории туристического оздоровительного лагеря «Патриот Кубани», недалеко от станицы Неберджаевской Крымского района. На открытии смены побывали и наши корреспонденты. «Я лидер, я доброволец, я патриот Кубани». Именно под таким названием стартовала межмуниципальная смена на территории палаточного лагеря «Патриот Кубани» Крымского района. С 1 по 5 августа двери форума были открыты для самой активной и целеустремленной молодежи Славянского, Темрюкского, Тимошевского и Крымского районов. Организаторы смены постарались на славу. Свободного времени у ребят практически не было. Для них организована насыщенная программа. Это и творческие, и образовательные, и спортивные игры, конкурсы, мастер-классы, вечерние дискотеки и концерты, и еще масса всего интересного. Самая главная идея этой смены в том, что каждый день расписан у нас по тематике молодежной политики. Самые основные направления. И каждый день район ответственный за свой определенный день. То есть вот сегодня Тимошевский район ответственный за открытие. Завтра Темрюкский район делает патриотический день. В среду Славянский район ответственный за день проведение дня платформы развития. Это КВН и воркаут, и что, где, когда, основные направления. Ну и четвертый день Крымского района, тоже день спорта, день дворовых видов спорта и так далее. Ну, большая очень программа. Сменив домашние удобства на палатку и чистый воздух, 50 самых активных ребят из каждого муниципалитета, а это 200 человек, отправились на молодежный форум, чтобы весело и интересно провести время, найти новых друзей, обсудить самые разные темы, получить новые знания и опыт и научиться быть настоящими лидерами. Я лидер, я патриот. То есть это подразумевает то, что мы должны здесь научиться каким-нибудь лидерским качествам. То есть я подразумеваю это под тем, что я здесь научусь управлению чем-либо или кем-либо, в данном случае молодежью. Мне здесь очень нравится, здесь отличная компания, здесь прекрасные вожатые, прекрасное руководство, даже прекрасная организация. Это на самом деле центр становления личности, то есть мы получаем новый опыт работы со своими сверстниками, получаем общаясь со своими сверстниками, знакомство, чистый воздух, лес – это самое главное для молодого растущего организма. В один из дней лагерь посетили глава Славянского района Роман Синеговский, исполняющий обязанности главы Крымского района Сергей Лесь и заместитель главы Темрюкского района Ольга Дяденко. Экскурсия по лагерю помогла им отвлечься от повседневных забот и окунуться в сферу молодежной политики, а участникам смены пообщаться со своими старшими наставниками. Только положительные впечатления. И вот знакомство с нашими ребятами, многих я из них знал, с многими познакомился. Очень приятно, что здесь объединили 4 муниципальных образования. У ребят будет возможность пообщаться, будет возможность завести какие-то отношения, завести дружбу, обменяться телефонами, посоревноваться, потому что это правильно. То есть есть все для нормального развития личности, для нормального развития наших детей, для отдыха. Но мы преследуем какую цель? Мы преследуем цель, чтобы наши дети отдохнули, чтобы они набрали сил, чтобы они чего-то нового узнали, потому что век живи, век учись. Ребята остались довольны и полны впечатлений от приезда Романа Синеговского. Ведь не каждый день есть такая возможность пообщаться с главой в дружеской атмосфере, за чашкой теплого чая и неизменными песнями под гитару. Первый день смены закончился молодежной дискотекой. Такой слет для молодежи – это не только организация активного отдыха, но и стартовая площадка для новых идей в работе. Ровно через год здесь вновь соберутся самые активные ребята Краснодарского края, отчитаются о своей работе и сверят свои часы, как развивается молодежная политика. Надежда Калинина, Игорь Ванчугов, Георгий Калинин. Программа «События».